появилось фото флагмана Meizu с экранным Touch-ID. Презентация гаджета должна состояться в августе текущего года. На снимке показана лицевая сторона смартфона. В китайской социальной сети Weibo была опубликована фотография, на которой запечатлена часть лицевой панели нового флагмана Meizu 16. На снимке показан сканер отпечатков пальцев, встроенный в экран смартфона. По словам генерального директора Meizu Джека Вонга, презентация флагмана состоится в августе этого года. Внешность гаджета, вероятно, будет мало чем отличаться от предыдущего поколения. Ожидается, что станут меньше рамки, а также пропадет кнопка с лицевой панели. При этом задняя панель будет выглядеть практически так же, как у Meizu 15. Ранее сообщалось, что в сети появилась информация о нескольких версиях флагманского смартфона Galaxy S10. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.